Всем привет! Сегодня с такой мелодией мы будем, как обычно, выбивать героев. Почему такая мелодия? Потому что последнее время нам герои с акции практически не падают. Ну, кроме там того, когда я включаю читы X2, X3. Сегодня мы попытаемся выбить Некроса с этой акции «Слепи снеговиков» за 10 паков. Может, даже чуть-чуть меньше, я, честно говоря, не считал. Забрал все с рынка. Ну, поехали. Так, значки почета. Давайте посмотрим правила. У нас падает Арктика, Фрэнки, Фрея, Вальтор, Некрос и Сундук, и Хранитель. Вот так вот. То есть у нас будет 3 попытки вытащить что-то годное. Ну, поехали, посмотрим. Сейчас мы на этой мелодии тут до хренища всего набьем. Вангуи сейчас будет топ. Психощит 4, это уже супер. Можно заканчивать роллинг и уходить. Самую топовую награду мы забрали. Влад Дракула. Просто имба. Еще один психощит 4, но это уже все. Сердцеедка. Ведьма. Вот так вот они решили нас сегодня поднапрячь героями. 120 кристаллов, ну просто топчик. Где бы я еще нашел такие расходники? Легендарное яйцо. Самики. Королева Гарпия вообще просто топ. Ну, на самом деле тут герои падают и так. Надо просто 30-е награды открывать. Так, самики опять. Ну, давайте что-то уже годное. Все, понеслась. Сейчас будет на 74-й попытке. Что-то интересное. Просто топ награды, сундук 5 левела, которых у меня уже 20 за 3 дня. Ну, я этого так ждал. Психощит 3. Единственная акция, где еще можно собрать психощит. Вот это снеговики. На остальные акции просто он там. Единственный еще вариант — это рынок, базар, сердцеедка. Там можно тоже забрать третий пак. Ну, еще одна сердцеедка, это нормально. Ну, гаргул. Тоже гуд. Так, самики. Давайте что-то годное уже. Не хотят они нам давать интересные призы. Психощит 4. В принципе, 4-й слот как раз редкий, его тоже не хватает. Так, самики. Пора героя давать. Все, включаю читы. Вот где-то сейчас должен быть. Вот королева Гарпия. Удачно я включил. Сейчас надо читы выключить, опять что-то упадет. Интересное. Или не упадет. Так, ну что, я хочу сейчас, чтобы выпал либо Вольт, либо Фрея. И... Не, нам все-таки выпала Арктика. Малышник. Ну, вот будет сейчас на 14-й там попытке у нас будет Хранитель. А может и Некрос упадет, кто его знает. Одержимый. Тоже неплохо. Как видите, герои отсюда падают очень прилично. Интересные причем. Так, кристаллы. Редкое яйцо. Это все хорошо. Еще одно редкое.
Ребята, мне своих два хватает. Зачем мне еще ваши редкие яйца? Валька. Тоже гуд. Самики. Психощит второй. А первый слот упадет, интересно, или нет? Так, самоцветы. Кристаллы. Так, ну. Ну что, Вольтор. Сердцеедка. Или просто сундучок. Вот так, ребята, я знал, что упадет Некрос. Просто не хотел вас разочаровывать. Это 35-й Некрос на моем аккаунте. А может и больше уже, честно говоря, я уже сбился с толку. Сколько их там упало. Ну, последняя тенденция, которая есть в игре, это Некрос где-то приблизительно за 8-9 паков падает. Но это не точно и не всегда, и не всем. Только тем, кто включает читы, это IGG. Ну, поехали. Добьем. Влад Дракула. Значочки. Так, ну давай. Психощит первый. Да, все-таки мы собрали отсюда сет. Тоже, в принципе, неплохо. Все есть. Смотрим, что там у нас. Даже не полностью забили наш сундук. Почту. Ну, в принципе, неплохо упало. Учитывая то, что мы выбили как бы самого топового героя донатного. Давайте повторочки позабираем тоже. Так. Сердцеедку одну оставим. Ну вот так, вот этих оставим здесь. Ну что, побежали сразу трешивать следующую акцию. Не будем растягивать. Вдруг мы здесь франки выбьем. 1-0. Антистрелка. Фрэнки, заклинательница, Фрея, череп, дракокас, Ронин. И руна воодушевления первого уровня. Ну это просто топчик. Сразу легендарное яйцо. Дальше обычное яйцо. И 50 кристаллов. Спасибо. Значки почета тоже мне нужны. Спасибо, спасибо. Кристаллы героев. Руна воодушевления 4 уровня. Это приятный бонус плюс, потому что мы сможем сейчас сковать 4 сет. Мне не хватало. Вот первый герой Дракас. 10 попыток. Что-то в IGG поменялось. Дальше идет просто череп. Просто по лайку скинулись быстренько. Мы тащим полностью все. Так, остался у нас Кэнди, Ронин, Фрэнки, Заклинательница и Фрея. Так, руна воодушевления. В принципе, руны воодушевления тоже интересный вариант. Надо иметь хотя бы 2-3 сета пятых. В идеале Кенди,
20 попыток, мы уже выбили 3 героя. Супер. Для хранителя, для варлока. Ну, еще для кого-то, у кого кулдаун. Так, 200 кристаллов. Ну, давай, пора уже следующего героя давать. Сущность героя. Самики. Самики я люблю. Так, обратно пошли яйца. Самики. Ну, давайте уже заклинательница Фрея. Фрэнки. Ну, не хотят, просто не хотят. Воодушевление. Ну, будет что-то годное или нет? Пора уже 40 попыток. 20 попыток, ничего не падает. Неподобство. Так, походу пора включать читы опять. Так, кристаллы. Что-то читы на яйца не действуют. Печалька. Только одни яйца падают, ну. Все, рандом нас покинул. О, золотой ключик. Можно будет открыть цветник Мальвины. Так, есть. 3000 значков. Еще раз 3000 значков. Ну, спасибо, спасибо. Где же герои? Такое чувство, что нам сейчас никто не упадет до сотой попытки. Потому что мы уже выбили Некроса. Рандомчик просто нам скажет. Не буду говорить, что. Просто жесть. 40, 40 попыток. Каких 40? 50. Ни одного героя. Вот это яйца. Значки почета. Фрэнки 1-0. Хоть что-то мы выбили, ребята. Да. Антистрелок у нас уже есть. Правда, я не помню, какой он по счету, но пусть будет. Мега-имба антистрелок. Ну, заклинательница Фрея на подходе где-то. Ну, как я и говорил, вот вам заклинательница 80 попыток. Рабочие читы. Мне не нравится. Ну, осталось только Фрею еще достать отсюда. Ронин Дракос нам нахрен не нужен. Давайте, удивите. Ронин. 14 попыток. Ну что? Словим Фрея. 100 самиков. Дракос. Осталась только одна Фрея. 10 попыток. Напряжение растет. Редкое яйцо. Ронин. Вот так вот, ребята, не будет у нас сегодня Фрея. Да, как я хотел достать отсюда Фрея. Она мне так нужна была. Что же я теперь буду делать? 200 самоцветов.
Да, печалька, печалька. Зато 4000 самоцветов добавили. Это вам не хухры-мухры. Так, смотрим. Яйца забираем, забираем. Забрать. Драгос пусть будет. Череп есть у нас. Так, есть. Есть. Кенди. Да, единственный герой мы Фрейю не получили. Печально, печально. Мне так ее не хватало. Фрэнки, заклинательница. Ронин. И что у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16 героев. В принципе, неплохо 16 героев достать. Помимо этого. Да. Как хотелось достать четвертую Фрейю на склад. Дополнительных 200 кгшек, но мы этого не смогли сделать. Так вот. Помимо этих двух аксов, в принципе, как бы неплохих, потому что мы достали и Некроса достали, и редких героев. Правда, Вольта не достали, но он не настолько актуален. Фрейю тоже не достали, но мы ее достали с предыдущих акций. Помимо этого, есть еще сегодня рынок, на котором вы можете собрать Афину, собрать 150 осколков Вольта, то есть его можно и так собрать половину Бигфута, получить кучу кулачков на прокачку, собрать облики для Анубиса и сердцеедки, куча рун. В принципе, это очень неплохо. Вот такой вот у нас был сегодня трешачок с мини-читами. Пишите в комментариях, кому что упало. Подписывайтесь на канал. Как всегда, бомбите. За роли нубов меня это улыбает. Всем пока.